Ребята, всем здорово! Сегодня мы с вами будем распаковывать камеру HG Cam M20. Ну и, конечно, будем ее тестировать. На сегодняшний день цена ее в районе $110, но по специальному промокоду в магазине GearBest ее можно купить за $92. Вот, камера очень интересная. Впервые я ее увидел на выставке в Гонконге в 2016 году весной. И там уже захотел протестировать. И мне предложили их оптом сразу купить 100 штук, но я отказался. И цена тогда в магазинах была в районе $130. Для тех, кто собирался покупать такую камеру, так сказать, пришло время. $91 или $92 по специальному промокоду, и эта камера становится намного интереснее, чем были предыдущие от HG Cam по стоимости. Эта камера снимает в 4К, 25 кадров снимает в 2К. В этом видео мы будем, в принципе, тестировать ее Full HD 60 кадров, потому что по предыдущей картинке 4К эти камеры пока слабо снимают, нет смысла. То есть стандартная упаковка от HG Cam, кому как правильно, со встроенным гиро антишейком, M20 модель, интересный форм-фактор. В этом видео мы посмотрим, что у нас в комплекте, потому что самое главное до комплекта, самое главное, чтобы была вот такая наклеечка, тогда вы будете понимать, что у вас оригинальная продукция, потому что подделок очень много, и очень много людей жалуются на то, что покупают подделки, потом говорят, что HG Cam камеры плохие. На самом деле, не покупайте очень дешевые, то есть вот эта минимальная стоимость, там $90, меньше эта камера не может априори никак стоить. Итак, как всегда, у нас камера M20 в боксе. Итак, открываем наш бокс. Да, в комплекте, когда он идет, это супер, ничего докупать не нужно. И хочу вам просто показать эту камеру. Она очень маленькая, то есть в ладошке она полностью помещается, можно ее даже спрятать. При этом она интересная, не вытянутая как GoPro, да, то есть вытянутая в другую сторону. Что у нас здесь есть? В принципе, мы сейчас к ней вернемся. Здесь все понятно, ничего нового, экранчик и все, что должно быть в нормальной экшн-камере, здесь присутствует. Так, бокс мы убираем. И скрепление, ребят, здесь стандартная история, здесь будет абсолютно все, что нужно. Вот, вот такой вот огромный набор, начиная от скотчей 3М, от всяких креплений, соответственно, конечно же, microUSB для зарядки. Даже вот, я же говорю, в прошлой камере мы распаковывали HG Cam G6 Legend, вот такие даже фишки, какой-нибудь силиконовая там заглушечка на линзу, тоже это идет в комплекте, чтобы, не дай бог, ничего не поцарапать. Велосипедные на руль крепления, в принципе, по стандарту все пластиковые крепления, тряпочка, чтобы это все протереть, вот. Как видите, комплект двухсторонних скотчей, если где-то что-то прилепить. То есть для начальной стадии, для съемки, вот стандартный набор присутствует. В этом и выигрывает эта камера. И вообще все камеры от HG Cam. У них неплохое качество, они идут на процессоре Novatek. Карточка здесь поддерживается до 32 гигабайт. Единственное, что здесь в этой камере, именно в этой модели, она дешевле от той камеры, которую мы тестировали на прошлой неделе. Здесь батарейка поменьше. Там была 1000 миллиампер, здесь у нас 800 миллиампер. Вот так здесь все открывается, достается. Ну, в принципе, докупить несколько батареек на эти камеры ничего как бы сложного. Они везде продаются. И здесь у нас указано, что у нас здесь, кстати, указано 900. Хотя на сайте заявлено 800, поэтому 900 это уже неплохо. Так что, в принципе, разницы я не вижу. Просто камеры действительно похожи, но каждому своя нравится. Здесь у нас есть кнопка включения. Давайте сейчас, в принципе, посмотрим, как она выглядит внутри, меню. А пока я вам скажу, что здесь вставляется карта памяти, microUSB вход, mini-HDMI, две кнопки включения, фото, я так понимаю, и запись видео. Эта камера у нас с Wi-Fi. Здесь на коробочке по скану вы можете скачать приложение для вашего Android или вашего Apple смартфончика и управлять этой камерой по Wi-Fi, смотреть картинку. Это такая дополнительная плюшка, которая всегда пригодится. Вот так выглядит камера, если посмотреть на нее поближе. Камера полностью вся выполнена из soft-touch пластика. Ну, передняя часть. Здесь у нас идет такой структурный пластик, для того, если камера полетит у вас без чехла, без бокса, чтобы она сильно не поцарапалась. У нас кнопка включения, мы зажимаем кнопку включения.
Вот так это все выглядит. Мне лично камера эта нравится тем, что она компактная. М20 модель. То, что она свеженькая, компактная, это, конечно, радует. Как видите, у нас сейчас высветилось основное меню. Слева вверху мы видим, в каком формате сейчас снимается видео. Это Full HD 60 кадров. Включен у нас звук, микрофон, батарейка. Здесь у нас карта памяти отсутствует. И в принципе есть дата настраиваться. Еще плюс этой камеры то, что можно ее использовать как видеорегистратор. Сейчас я зашел в меню, и здесь все на китайском языке. Попытаюсь перейти на русский, если он здесь есть. Немножко страшно было лазить по китайскому меню, потому что русский язык я не находил. Нужно зайти в настройки. Иконка настроек выглядит вот так вот. Заходим в настройки. Окей, у нас кнопка вот здесь справа. Заходим в окей. И здесь, собственно, вот так вот методом тыка спускаемся. Заходим в каждое меню. И здесь есть у нас подраздел. Ох, как всего здесь много. Язык. Здесь у нас есть русский, есть польский. Ну и в принципе куча всего интересного. Вот. По настройкам, как видите, очень много настроек. Разрешение видео. Вот сейчас у нас мы поставим, мы будем пробовать и тестировать. Это Full HD 60 кадров. Цикл записи можно поставить. 10, например, минут. Ну и всякие такие приколы. Гиросенсор можно, в принципе, включать. Давайте, например, включим его. Запись звука у нас включена. И вот такие куча всяких настроек. И пока я здесь хожу по настроечкам и смотрю дальше, изучаю эту камеру, как видите, есть пункт госномер автомобиля. Это в очередной раз подсказывает нам и утверждает, что эту камеру можно использовать как видеорегистратор, чтобы у вас на картинке еще и были запечатлены номера, не только дата и время. Итак, что нам осталось? Нам осталось протестировать качество, как же снимает эта камера. Повторюсь, мы будем снимать Full HD 60 кадров, будем записывать звук и, в принципе, посмотрим, как она чувствует себя на улице. У нас где-то в районе минус 10 на морозе. Посмотрим, как разряжается быстро батарейка, разряжается ли она вообще. Ну и в принципе, по первым впечатлениям, камера мне нравится. Нравится она из-за своей компактности и из-за того, что, знаете, как два в одном. И видеорегистратор, и экшн-камера, и бокс, и все у вас в комплекте есть. Осталось посмотреть на качество видео, после которого вы сами определитесь, надо это вам камера, не надо, устраивает вас это качество или не устраивает. Напомню, стоимость камеры с купоном $91 и $92. Пойдемте посмотрим, как же все-таки она снимает, потому что это для нас самое главное. Всем привет! Режим тестирования камеры SGCam M20. Главное, чтобы меня здесь вилами не закидали, потому что я нахожусь в месте, где человек с камерой, но это что-то странное. Вот так она снимает. Сейчас я снимаю Full HD 60 кадров. Не знаю, что там у нас с микрофоном, потому что на некоторых моделях это была проблема. На SG 6 Legend микрофон нормальный. Будем надеяться, что и здесь нормальная. Линза какая-то немножко запотевшая. Так, давайте пойдем куда-то, чтобы вы оценили качество видеозаписи. Ладно, пойдемте вниз. Надо найти какие-то красоты. В принципе, это не особо важно, но... Так. Машина нас не сбила, и это хорошо. Здесь бывает, даже пропускают. Это не Китай, где могут переехать. Опа. Для объективности этого теста я взял с собой свою камеру Sony, которая стоит в 3 раза дороже. Ну и вы оцените сами, нужна вам эта камера или все-таки копить и за $300 покупать другую экшн-камеру. Ну я взял, думаю, у меня с собой просто будет интересно объективно посмотреть. Ну вот такая вот картинка. Самое крутое то, что я все вижу. Здесь присутствует экран. И я объективно могу посмотреть, что я снимаю. Вот такие вот домики. Я в небольшом городке в Полтавской области, это Украина. Давайте, наверное, перейдем, попробуем куда-нибудь залезть. Это же экшен. Главное, чтобы так залезть, чтобы потом вылезть. Здесь, в принципе, тротуара нет, ну и нормально. Так,
Сейчас, я думаю, включусь на Sony камеру, вы объективно посмотрите, как снимается. Итак, Sony, Full HD, 60 кадров, всегда в боевой готовности. С кармана достал, кнопку нажал, и она давай записывать. Вот так вот снимает Sony. Я уверен, что сейчас вы, конечно же, увидите разницу в картинке. Но, в принципе, давайте, наверное, развернусь. Но, в принципе, я вам скажу, что, ну, это Sony. Здесь сравнивать абсолютно нельзя. Просто для примера, кто не понимает, как должна снимать экшн-камера, Sony это почти идеал, потому что я снимаю еще на старую модель. Есть у меня уже новая X3000, которая снимает в 4К, которую я еще никак до которой не доберусь. Ну и переключусь сразу на SG-кам, чтобы SG-кам M20, чтобы никто не расстраивался, если уже заказал или еще кто-то. Ну, $90 и $300, сами объективно должны понимать разницу в качестве. Итак, я переключился снова на SG-кам M20. Батарейка все-таки на морозе немножко садится, при том, что ее почти вообще не заряжал, вот как она с коробки была, сразу в режим тестирования. Поэтому вот такое вот получается качество за $90. Я надеюсь, в монтаже все будет хорошо со звуком на этой камере, и картинка должна порадовать. Есть также автомобильный режим, прям в меню нажимаете автомобильный режим, и камера сразу превращается в видеорегистратор. Это круто, потому что я SG4000, я это говорил уже 150 раз, использовал как видеорегистратор. Притом, когда нужна мне была экшн-камера, я ее включал и использовал как экшн-камеру с боксом и со всем. Это крутая вещь, два в одном. Если вот у кого нет денег на нормальный видеорегистратор, лучше будет тут лучше. Лучше купить вот такую вот камерку, которая сейчас села, ну потому что она просто разряжена. Вот. И в принципе ее где-то хватает на час, я думаю. В принципе, и Sony у меня хватает на час по батарейке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на камеру будет в описании. Там же будет купон, по которому можно будет выгодно приобрести эту камеру. Всем удачи, пишите свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.